Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 30 апреля. В этот день, в 1844 году, родился Павел Юрьевич Сюзор. Его отец Жан де Сюзор был родом из Франции и перебрался в Россию в 1840-х годах. Несмотря на то, что Жан де Сюзор имел титул графа, семья жила небогато, состоянием отец не располагал и преподавал французский язык в обществе благородных девиц. Павел Сюзор окончил Академию художеств, создал несколько громких архитектурных проектов и вскоре стал одним из самых известных зодчих Петербурга. Архитектор спроектировал и перестроил свыше 80 зданий в Петербурге, 6 из них на Невском проспекте. Семья Павла Сюзора была связана с художественной элитой северной столицы. Архитектор был женат на дочери знаменитого зодчего профессора архитектуры Александра Брюлова, брата художника Карла Брюлова. На протяжении всей жизни Павел Сюзор участвовал в издании архитектурного журнала «Зодчий». Также он был председателем общества архитекторов-художников и одним из организаторов музея Старого Петербурга. До наших дней дошли около 70 зданий, построенных Павлом Сюзором. Одно из них – это дом компании «Зингер» на Невском проспекте, известная всем как «Дом книги».